Так, хочу показать я, какие бои использую песни «Лесник». Я использую бой «Шестерка». Это то есть вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. И бой «Тройка». Вниз, вниз, вверх. Вот бой «Шестерка» я использую вот в начале песни «АМ». Полностью «Шестерка» использую. То есть... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Потом дальше F, G. Я использую бой «Тройка». То есть раз, два, три. Раз, два, три. То есть получается раз, два, три. Раз, два, три. А вот нижняя строка, я АМ использую шестерку полностью. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Потом ДМ, нижняя строка, идет бой «Тройка». Раз, два, три. И потом ЕМ и G я шестерку, бой «Шестерку» делю. То есть ЕМ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давайте сыграем. Замученный дорогой я выбился из сил. Лего попросил, с улыбкой добродушной старик меня пустил и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Путь ко дому, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Множество историй, коли желаешь, расскажу. Сидела за столом, лесник сидел напротив, болтал о том и сём, что нет среди животных у старика врагов, что нравится ему подкармливать волков. Путь-ка выдумал путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Множество историй, коли желаешь, расскажу. Среди ночи завыли под окном, старик заулыбался и вдруг покинул дом. Вскоре возвратился с ружьем наперевес, друзья хотят покушать, пойдем, приятель, в лес. Путь как давно, путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу.